Нам уже никогда не вернуть то время, когда мы были вместе. Помню, он сидел на кухне и смотрел на меня. Я не просто улыбалась, я светилась. Такой, знаете, Лас-Вегас в коротких джинсовых шортах. Каждый день был как воскресенье, все дни недели выходные. Казалось, что это счастье никогда не закончится. А потом я помню тот момент, когда все изменилось. В какой-то момент, поймав его взгляд, я смутилась, как будто за мной наблюдал какой-то посторонний человек. И вот это был знак. Гигантский предупредительный знак. Я просто искала в нем доказательства, что мне не нужно никуда уходить. А он сделал вид, что этого не увидел. Поэтому задумайтесь. Каждую секунду мы можем все изменить, все перезагрузить, начать заново. Да, все возможно, пока ты жив. Включай жизнь. Куда ты летишь?